месяц назад я нарисовал картину, и вообще, короче, просто вот, ну вот просто вот этот пейзаж. Вот, и я смотрю как-то вообще что-то, чем-то просто реально вот нарисовал вот именно вот этот пейзаж. Я не знал, откуда я его взял, просто мне шло в голову. И тут прихожу, и как бы место такое, просто вот именно это. И вот решил повесить табличку вот именно вот на этом месте. Вот, дед мой, Волгурин Петр. Не знаю, нигде здесь табличек нету, как бы, наверное, здесь и не было, может, заходить. Но вот я что-то вот... Я пошел туда, конечно, вниз, вот, но мне что-то такое назад, вернуться назад. И как бы вот я все-таки здесь повесил эту табличку. Вот. Ну, история деда такая, она как бы... ну, я понаслышке, то есть от бабушки, вот, родители рассказывали. Получается, дед мой жил с семьей, их там было 12 человек, вот. То есть 10 вроде детей, 10-ро. И получается, жили они вот Кижи, остров Кижи. И там вот есть остров Телятниково, или остров, не остров, ну, короче, рядом есть это вот деревня Телятниково. Вот они там жили, у них там был построен дом, вот чисто вот мой дед построил его. Все как бы делал он сам своими руками, и как бы отстроил дом, семья, все четко. Выезжал он, получается, зимой, когда вот Онега замерзала, он, короче, выезжал в Питер, и там, получается, как бы, не знаю, торговал, вроде продавал вот свои вот эти... Ну, он плотник вообще еще был, вот. И как бы у него это там хорошо все получалось, и он, получается, наверное, вот этим всем, ну, промышлял вот это все, торговал. И что произошло-то, из-за чего вот это все как-то... случилось. Получается, сосед оказался там, немножко у него что-то там, не знаю, что-то не нравился ему дед. И получается, он взял, ну, наговорил что-то. Как это уже потом известно стало, что как бы деда сослали, все, семья осталась как бы, ну, без кормильца там вообще. Ну, как у многих получается. Вот. И, ну, его не стало. Ну, все не знали вообще, где он, куда дели его, куда, что вообще произошло, вот, и просто прошло время, сосед очень сильно болел, и как бы, ну, мучительно все так происходило у него, как бы, и он просто взял, позвал, то есть, жену моего деда, и там пришла женщина, позвала ее, она пришла к нему, он лежит на кровати, ну, и как бы говорит, что, типа, прости меня, как бы, я твоего, как бы, мужа, ну, наговорил, типа, вот, типа, черт попутал, вот, прости, что вот такое вот сделал. Она его простила, то есть, ну, у него уже тоже, как бы, что уже дело сделано, простила его и вышла, как бы, с дому. Ну, и, короче, там как-то так, что ли, чуть ли не поминутно произошло, что вот выбежали, сказали, что он умер. То есть, такая вот ситуация, он не мог умереть, пока не попросил прощения, вот. Такая вот история. Ну и вот где-то месяц назад я написал вот картину, получается, вот, вот этого вот места. Я в шоке. Я вот хотел пустить реку в этой картине, но я написал реку, вот такую речку, да, как бы... Но вот что-то мне вот просто вот в душе вот не давало. Нет, нету реки здесь. Я ее затирал. Мне мать говорит, зачем ты затираешь эту реку? Нормальная речка была. А я ее затер, и вот как бы все равно в траве, как бы все вот как бы... И тут прихожу, и вот реально место. Я думал, не найду, как бы. Пришел вот здесь повесить. Так что так вот. Это вообще у нас еще есть икона. Вот эта икона, которая была еще, еще вот с тех времен. То есть дедушка был очень верующий человек. И практически там наговорили на него что-то даже вот из-за веры. То есть чисто вот даже из-за этого. Вот. И... получается, вот икона, и уже, это как бы, ну, копия, как бы, печать, ей как бы 100 лет, получается, а самой иконе вот этой вот, ей 200 лет, вот, и вот она вот с того вот, с той деревни Телятниково, вот, тут вот появилась вот, вот эта вот женщина, с которой вот мы тоже только что разговаривали, и она как бы вот рассказывала как-то вот историю про своего дедушку и приносит книгу. И как бы мы ей сказали, что вот у нас вроде бы тоже дед, их тоже бы расстреляли, наверное, мы не знаем. И мы назвали фамилию Балагурин.
Она такая, я видела. У нее вот запечатлелось где-то, она видела в этой книге. И она давай листать, листать, листать. Нашла. Нашла его. Мы вообще в шоке, потому что, ну, как бы, вроде бы, мы давно как бы с ней знакомы, все такое, а как-то вот так вот. И она взяла это, вспомнила и нам сказала, вот. И тут четко были, в книге были написаны года там, когда что произошло, расстреляли его. Вот. И мы просто, ну, поняли, что вот будет как бы лето, и все, выезжаем. И получается, еще есть день такой определенный, что вот автобус, и все вообще замечательно, просто супер. То есть вы до этого года не знали, что подробности, что было? Да, вообще не знали, вообще не знали. То есть мы знали, что вот все сослано, и вообще куда, непонятно. Теперь вот будем приезжать сюда. Будете приезжать, да? Да, все, это теперь точка.